Ребята, это что такое? О боже! Это что за день такой волшебный? У меня тут как раз куча подарочков для всех. А это новый уровень. Ну, Тавр, я столько уже слила тебе робоксов. Мне все Тавр говорит, Ева, всем привет! Вы на канале Крошки Евы. И, ребят, я сегодня пришла за нимбом и без него не уйду. Как вы видите, у меня есть, и как вы знаете, зеленый нимб. Поэтому я могу тратить все свои уточки просто безвозмездно. Поэтому давайте возьмем непобедимый. Низкую гравитацию. Так, что у нас еще есть? Двойной прыжок. Давайте его тоже возьмем за робокс. Ну, ничего страшного. Так, ну что, я хочу еще себе взять пружиночку. Вот эту вот. И давайте супер круто быстро проходить тавр. И знаете что? За все то, что я делаю такое хорошее и доброе, я надеюсь, тавр мне выдаст синий нимб, как и Лани, например. И я наконец-то стану елкой. Я очень хочу быть елкой. Подождите. Это, ребята... А, я подумала, что это новый уровень. Уже испугалась, думаю, ну ничего себе. Но это, к сожалению, старый уровень. И знаете что? А давайте на них будем открывать боксики. У меня около 3000 робоксов. Вот, да, даже уже меньше. Поэтому покупаем. Ребята, это что такое? А, обалдеть! А так вообще можно было, да? С первого раза просто взять и купить? Серьезно? Что? Ребят, я просто сижу сейчас на это смотрю, и я очень-очень в шоке. Это просто вот с первого раза... У меня слов нету. Я поверить глазам сейчас не могу. Я купила только непобедимость, прыжки и за робоксы двойные прыжки. И мне уже выдали только что нимб. Вот прям с первого раза, без дубликатов, без всего. Это было слишком быстро, поэтому я сейчас не очень осознаю все, что произошло. Давайте пока еще зеленым нимбом попрыгаем. Давайте вот. Потому что, ну, как-то это слишком сложно вот для восприятия моего. Я не очень понимаю, почему так получилось. Почему так получилось очень быстро? Господи, ребят. Уф. Сейчас, дайте, дойду до верха тавра, передохну, осознаю всю ситуацию, почему так вообще произошло. О, господи. Ну что, ребят, я хочу сказать, что это было самое быстрое выбивание нимба, наверное, не знаю, за всю историю тавра, потому что я пришла, я сказала, что хочу нимб, и без него не уйду, и все, нимб попался, без нимба я не уйду, действительно. Слушайте, ну, я просто не знаю, у меня нет слов. Но знаете что, давайте, ну, раз у меня так много робоксов, давайте еще купим. Я хочу, например, вот зеленую пружинку. А можно так сразу, вот эту вот, пожалуйста, мне светящуюся, вот эту перевернутую? А, ребят, подождите, мне что-то еще выпало. У меня было 5 предметов. А подождите, а я не знаю даже, что мне выпало. Ой, я... Так, это было... Это тоже было. Это тоже было. Ребят, я даже не знаю, что мне и выпало. Мне кажется, вот это вот выпало. Или вот это светящееся. Да, все правильно, вот это выпало. Так, ну что, давайте еще. Хочу зеленую. Я буду ждать, вот когда мне выпадет зеленый. И тогда вот все, наверное, на этом будет супер круто. Так, ну пока что только дубликаты. И я все равно трачу робоксы. И все равно они мне дают уточки. Очень обидно, конечно, но... Ладно, давайте еще. И тут у нас тоже дубликаты. Слушайте, ну как можно было вот так тут сделать? Вот просто, я не знаю. Слушайте, это просто нет слов. Это самое быстрое выбивание нимба вообще. Я не знаю, ребят, это очень приятно, очень приятно. Но я еще не успела сделать всем добро. Так, ну тут у нас тоже дубликат. И опять на 400, опять этот крюк. Слушайте, ну что ж такое? Так, ну, блин, опять, смотрите. 2, 5, 2, 5, 2. О, ребят, очень красивое число уточек. И знаете что, я не хочу больше дубликаты получать. Ну, давайте купим, может мне попадется не дубликат. Смотрите, бог стоит тоже 25. Тут 25, 25, 2. Ну-ка, пожалуйста, пожалуйста. О, нет, это было очень обидно.
Ну ладно, все равно мы продолжим покупать, потому что меня никто не остановит. Робоксов у меня много, уже 2500, уже не так много, хочу я сказать. Но ничего страшного. Так, ну что, давайте, наверное, последний боксик за робоксы. И да, пойдем в другой тавер. Давайте. Текс. Так, ну что, я могу все купить, поэтому, ребят, все покупаю. Всем все просто, пожалуйста, и себе катушечку. Ну и погнали наверх. Вы знаете что? А я тут подумала, и, наверное, надо мне купить корону, потому что, ну, просто вот на одну неделю. Так, и готово. Уточки у меня прибавились, но просто я очень хочу купить двойной прыжок, чекпоинты, и вот даже, ну, тут двойные монеты, они не настолько такие вот, ну, много получишь. Скорее всего, я буду их просто покупать в протавере. Слушайте, а тут два новых уровня, и давайте-ка тут попробуем открыть, может, что-то мне попадется даже. Текс. Неа. Так, а ну-ка мне корону надели. Слушайте, как красиво выглядит. Мне так нравится. Так, и тут тоже у нас дубликат, слушайте. Ладненько. Берем еще и опять дубликат. Ну, смотрите, я прям самая настоящая елка. Ого, за 1200. Давайте оставим синий нимб и попробуем, может, с ним что-то выбиться, потому что, ну, он редкий все-таки. Подождите. Ребят. О, боже. Господи, обалдеть, это что за день такой волшебный? Ребята, мне так нравится это сочетание, божечки. Так, срочно зеленый нимб, и можно еще сделать вот так, ну слушайте, вот так еще лучше, а если вот так, о боже, она вообще белая. Слушайте, так красиво. Оу. О, это самый лучший цвет. Все, я так и оставлю. Слушайте, как круто. Только, к сожалению, она у меня не прокачана. Надо будет ее прокачать полностью. Так что посмотрим. Может, мне Йоша подскажет, что сделать. А я пока что, наверное, умру и возражусь вот там на чекпоинте. Слушайте, ну я настоящая елка. И мне это нравится. И подождите, а кто уже ускорил? Эй, так нельзя же, я же покупала все самое лучшее, чтобы все прошли. Ну чего, девчонки, серьезно? Вот я, конечно, такое очень осуждаю. Ну что, давайте пойдем в Pro Tower. Я хотела купить за то, что мне дали нимб, все, просто все, поэтому давайте исполнять. У меня тут как раз куча подарочков для всех и текст. Текс, так, вот так, вот так и даже вот так. Ну что, берем катушку и погнали. Так, а у нас тут, кажется, еще один новый уровень. Ну что, давайте на нем попробуем еще открыть. Так, ну что, покупаем. А, ребят, у меня разрядился аккаунт, серьезно. Так, ну а ну-ка. А еще раз, если попробовать, если хорошенечко подумать. Нет, не получается. Так, ну ладно, мне это, конечно, не нравится. Но давайте подождем. Подождем, не сразу же может такое все случиться. Все, что ты захочешь. Ой, слушайте, так давно этот уровень не видела. Я хочу дойти и заработать все свои 750 заслуженных монеток, уточек. Ну, конечно, потратила я тут намного больше. Но пока что мне ничего не страшно. Да и все равно я открываю за робоксы. Мне приходят дубликаты. И такие довольно дорогие дубликаты. Да и уточки мне особо не нужны. Поэтому я не волнуюсь. Упс. Так, ребят, слушайте, а смотрите, я упала на этот же уровень. Давайте еще раз попробуем, может, зарядился-то аккаунт. И нет. Ладненько. Тогда умираем и делаем вот так. Мы появились на вот этом красненьком, где мы, собственно, и упали, поэтому надо идти дальше. Вы знаете, я надеюсь, хотя бы наверху мне что-нибудь дадут. Ну, в принципе... А, погодите. Секундочку, ребят. Это у меня что? А, два предмета осталось. Я что-то сейчас подумала, что у меня остался один предмет за робуксы. Я очень, прям очень удивилась. Погодите. А это новый уровень, который я еще тоже не видела. Ого, вот это он сильно мощный, слушайте, но это кошмар. Достаточно таки сложно, я хочу сказать. Вот Йоша говорил, что они все легкие, но на самом деле нет. Это вот достаточно таки очень-очень сложный. Так, ну что, может, на нем мне что-нибудь выпадет? Пожалуйста.
Да, и нет, дубликат. Ой, кстати, красная пружинка. Так, ну что? Ребят, аккаунт разрядился. Слушайте, ну давайте попробуем сделать так. Мы на синем уровне, мы с синим нимбом. Давайте еще, наверное, купим синюю катушку. Так, она у нас синяя? Нет, пока что желтая. Убираем, надеваем синюю шляпу, синюю вот так. И давайте купим, может нам что-то так попадется. И нет, магия не произошла. Так, ну давайте еще раз попробуем. Только вот это вот меня останавливает, конечно, к сожалению. Ну давайте еще. Нет. Ну, может, еще раз? Ну, пожалуйста. О, ребят, ну, конечно, дубликат, но ничего страшного. Ой, погодите, у нас там кто-то ускорил уже и зачем-то. Слушайте, так. Ладно. Так, у меня есть меньше минуты, даже в половину, чтобы дойти до следующего уровня и заработать все свои уточки. И я сделаю вот так. Не знаю, не получится, наверное. А, нет, смотрите, 750. Очень здорово. Очень осуждаю тех, кто тут сейчас ускорил это все. Ну, давайте, может, еще успеем купить, и нам попадется дубликат. Ну да, все правильно. Слушайте, знаете, я очень давно не видела секретных уровней, и это очень-очень странно. Поэтому, как я всем и обещала, покупаю все. Ой, время уже купили, смотрите, ничего себе. Так, беру вот эти вот катушечки, даже вот эту вот на всякий случай возьму. Давайте вот с этой сейчас пройдемся. Ребят, а кто ускорил? Так, ладно, вроде время не ускорено, просто выглядит это очень подозрительно, и я не понимаю, почему это так. Ищем новые уровни. Ищем новые уровни, и пока что я их не вижу, к сожалению. Я вот хочу на них пооткрывать боксики, и кажется, я упала. Ого, ребят, смотрите, у нас 3 этих зеленых уровня. Вон там на первом этаже, на первом уровне один зеленый. Тут второй зеленый, а вот там третий зеленый такой же. Обалдеть, слушайте, это сильно-сильно. Жаль, конечно, они не друг за другом идут, но все равно это очень интересно выглядит. Ну и, в принципе, все равно очень даже неплохо. Так, ну что, может мне на третьем зеленом вот этом повезет, и я выбью еще что-нибудь. Давайте попробуем. И у нас дубликат. Так, ладно, пойдемте дальше. Ой, у нас тут прозрачный уровень, но я могу обхитрить и могу вот так тут пройти. И тут у нас, смотрите, фиолетовые ковры. А это значит, что мне нужна фиолетовая пружинка на голову. Давайте возьмем, ну ладно, вот возьмем зелененькую. И откроем еще один бокс за робокса. А, ребята, аккаунт разрядился. И сейчас... дубликат. О, кстати, на 1200, очень даже неплохо. Ну, дальше пошли опять дубликаты. Слушайте, мне осталось всего лишь 2 предмета выбить, и опять он разрядился, ну серьезно. Ну, Тавр, я столько уже слила тебе робоксов, ну ты чего так делаешь-то? Так, и... не посмотрела я на уточки, очень обидно. Вот, очень обидно, когда он еще разряжается, вот так. И у нас опять дубликат, ну серьезно. О, боже. Так, хочу еще последний, пожалуйста. Боже, ребята, у меня уже меньше 2000 робоксов, и кажется, они заканчиваются, и мне все. Тавр говорит: Ева, сохрани все свои робоксы, не трать их просто так. Ну, у меня же осталось всего 2 предмета. Конечно, да, самых редких, 2%, но... Блин, мне только что голубой вот этот вот нимб выпал внезапно с первого же бокса. Ладно, ребят, я думаю, это был последний бокс. Поэтому я очень довольна, что сейчас я могу сделать вот так. И это очень супер круто. Оставлю-ка я, наверное, зеленый, надену красные катушечки и оставлю вот эту вот зеленую тоже пружинку. Знаете, я очень довольна сегодняшним днем. Очень неожиданно, конечно, что мне с первого бокса упал вот этот вот нимб. Я вообще, ну, не ждала его так быстро. И я даже, честно говоря, не знала, что дальше записывать. Ну, в принципе, можно было и правильно я сделала, что всем кучу всего накупила. Потому что мне моих уточек уже не жалко, мне их некуда тратить. Ну, а на этом, наверное, все. Я довольна, что я выбила его до Нового года. Ну, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем-всем пока.